Жумакун Акшама, Хайрлу Осын эфирде заман декабрынан 8-ы Кырмыжгалынан 1382 куна студияда сіздерін мен Шевкет Аматулаев селем лайым. Асан Чапухнын сағлығы феналаша, оның қорантасы тиби ярдын берілмесі үшін оны хастаханеге кечірмеге талап еті. Микроинсульт нәтижесінде Асан ағаның сол тарафы чалышмай қалды. Бұны телеканалымызға оның адвокаты Айдер Азаматов білдірді. Оның сөздеріне көре о зорнен лаф етеве әрекет еткенінде қинала. Сезори берлері ярдым көстерме екен. Бүгін адвокат ариза берді. Тек бұндан соң сезори берлері тиби ярдым көстерілежегіні вады еткен. Сейчас на субботу-воскресенье его срочно надо в больничку переводить. Потому что там никто не будет смотреть за ним. Его на руках носят. Он ночью там стучался и в двери, писал заявление. Все, пришел какой-то фельдшер, просто посмотрел. Сказал, пишите и все. Я ничего не могу сделать. Врачи к нему никаких не вызывали. Специалисты его не осматривали. Состояние у него улучшается, и никаких продвижений вперед ничего нет. Все только стоит пока на одном месте. Действий пока там вроде никаких нету со стороны там врачей, никаких врачей к нему не привозили. Никто его не осматривал. Сегодня утром я посетил СИЗО, сообщил, что такая ситуация, что моему подзащитному плохо, нужно принять меры реагирования, то есть немедленно госпитализировать его, на что он мне ответил, что он не знал об этом, то есть за день до моего прихода к нему, ближе к обеду, ему стало плохо. Вот. Потом он начал понимать, что левая часть, начиная от плеча до ноги, у него... Ну, так скажем, не слушается, он не может контролировать. Он сказал, что у него был микроинсульт. Он просил о помощи сотрудников УФСИН. И письменно он говорил, и устно, но никто не реагировал. Бұны белсе Асан Чапух оны апсте қалдырған махкеме қарарына итираз білдіріп ачылық ілян еткен еді. Оны ябірінің 23-інде тұтылған 4 қырым татарындан бұрыдыр. Оларыны түрк ватандашындан бұйық миқдарда пара талап еті бұнде қабатлайлар. Ахмеджетли Хизбут-Тахрир давасынан мабуслеріні ижгалджилер апсте тұтуф мудетіна келеджек сене февральның 23-іне қадар девам еттірділер. Бүгін бірден 5 қырым татарының іші бақыла мабуслерге қол тұтмаға келген инсанларыны салонға қоймадылар, кіріп олғанларыны есе жезаламаға істейлер. Хизбут Тахрир іші бойынша қабатланғанларыны мәкум етелер. Бұл іш бойынша қабатланғанларына қол тұтмақ үшін махкеме янында онларнен ватандашларымыз топланды. Ама келген инсанларыны махкеме салонына кіргізмеділер. Пятеро детей. Дети соскучились по отцу. Приезжаешь на суды, детей не пускают. Уже даже и родственников самых близких не пускают. Четверо детей дома. Бабушка на издевении. Он присматривал за бабушкой. Ей 90 лет. Незаконно вот обвиняют. Беспредел. Бұл бинада кешкені башқа махкеме отырушыларына ел алған инсанларыны махкеме бинасына кіргізділер. Бұл әрекетлерге көре қырым татарлар өз шикетлерінің яздылар. Мы зайти не смогли. Объяснили это тем, что закрытое заседание. Вот сейчас мы пишем жалобы, что нас не пропустили. Саат 10-да қырым бақтына көре махкеме салонында Айдер Салединов ве Узайр Абдулаевның ішлері мұзакере етілді. Узайрның апайы адвокатнен бағланмақ үшін махкеме отырышына кірді. Бұна көре оның қаршысына мемури протоколны яздылар. Мне нужно было туда попасть, в канцелярию, для того, чтобы узнать, кто судья, кто адвокат, потому что наш адвокат по соглашению не мог сегодня прийти. В зал суда я не пыталась зайти, даже в коридор я не прошла там. Я подчинилась их требованию, да, я спустилась, но в итоге они все равно составили протокол о неподчинении. Махкеме янында қырым татарлар топланып, қарарыны беклейлер. Олар бұл қабатлайжы ішлеріні ялан деп адландыралар. То, в чем их обвиняют, это полный абсурд. И я вот сегодня пришел поддержать, выразить свой протест.
государству, которое незаконно удерживает их. Бу иш боюнча кабатланган 5 инсанны 12 октябрьде якаладылар. Олар Русияда ясак этилген Хизбут Тахрир адлы тешкилиятынын баглуу болганында кабатланалар. Риана Алиева, Заман, АТР. Фри Балух шиары эле Киевде фаллер Владимир Балухка дестек костеров акциясына кечирди. Фаллер онун нарисы менен язылы шиарына Героев Небесной Сотни сухагы узеринде асты. Буйерна апансыздан сеч медалер. Владимир Балух Кырым ишгалинден соң эвинде Героев Небесной Сотни сухагы язысына аскан эди. Табанында эсе Украин байрагына илиштирген эди. Бундан соң ишгалчилер оны такып этип махкемеге желп этти. З'явиться конкретна посада, з'явиться конкретний координаційний орган, який буде вирішувати питання звільнення наших політв'язнів, звільнення людей, які у полоні, які є заручниками Кремля, які буде спілкуватися з родичами, активістами і координувати дії всіх наших державних органів. Ишгал этилген Кырымда инсан акыларынын вазиети Венада музакере этилди. Анда ОБСЕге кирген девлетлеринин 24-нчу тыш ишилер назирлери топлашуу кечирилди. Топлашууда азат этилген Мажилис рейсинин муавинлери Актемчей Гоз ве Илми Умеров чыгышта болунду. Улар ярмада ишгалына таанымагандар насыл этип такып этилгенин өз икейлери эсасында тарих эттилер. Актемчей Гоз ве Илми Умеров рассказывали министрам свою властную историю, историю крымско-татарского народа под российскую оккупацию и про існування справжнего спротиву в Криму. Это реально очень важно. И все министры означали, если у нас есть такие особенности, мы однозначно пойдем вперед. Практически все страны, участвовавшие в этом утреннем совещании, высказали свое мнение, и оно было в поддержку Украины, в поддержку Крыма. Те страны, которые сегодня были на этом совещании представлены, проголосуют за резолюцию ООН в середине декабря и будут поддерживать усиление санкций, а не их ослабление или отмену. Павло Климкин, Ильк Сефер, Русия Зина Даша, Сергей Лавров, Лейк Тарафлама, Музакири Кечерда, Бунданы Вель, Назерлер, Ялнас, Норманд, Форматында, Корушкинеда, Туневанка, Корушевлера, Хапалы, Шекльде, Олып, Кечте. З міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим обговорив питання обміну заручниками. Маємо реально просунутися у цьому питанні наступного тижня. Йдеться про людей та їхніх близьких. Израильнің мақсус қызметлері филистинлерінің наразылығына азырлана қалабалықлар Туневын Урдун өзенінің ғарп ялысы ве Гезе шертінде башланды. Наразылық көстергенлер Израиль әрбилері тарафына таш атып, араба көпшеклеріне яқтылар. 30-дан зиеде инсан яраланды. Америка президенті Кудусны Израиль пайтақты оларақ танығаны қалабалықларының себепшісі олды. Украина халкара ухуғы реарит этілмесіне чағыра боле бейнатын Украина тышишлер назерлігі тарқатты. Назерлікті айтқанларына көре халкара джемиеті зорбалықларға ел бер мемекетшон қолындан келгенні япмалы екі тарафны есе музакере кечірмеге чағыралар. Кеченлер Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Кудусны Израиль пайтақты оларақ танып, елчілікні Тель-Авивтен Кудусқа кечірмеге ишандырды. Хамас қаршылық көстермеге чағырды. Бірлешкен Девлетлерінің қапсызлық шурасы есе вазиетіні музакере етмек ечін топлашов кечіре. Америка президенті қабыл еткен қарарыны Умма Украина мұсылманлары діни идаресінің муфтисы Саид Исмагилов иза атлады. О, яқын шарықта вазиетіні кергенлештірмемеге чағыра. Шымдыке вазиетте Кудусының тарапсызлығы ең ойғындыр дей. Мы закликаем все страны света, в том числе и Соединенные Штаты Америки, дотримуватись резолюции Генеральной Ассамблеи ООН щодо статусу Иерусалима, не порушення его статус-кво, перенесення всех цих державних установ и посольств до Иерусалима, это спровокує велику напруженість и конфликты на Близком Сходе. Эксперттер қайд еткеніне көре, Русия Будавада филистинлерге қол тұта біле, бұйсе вазиетіні да кергенлештіре жектір. Вазиет барышық шекілде чезілмесіне вақыда бар дейлер. Посмотрим, будет ли солидарность вокруг проблемы Палестины со стороны других арабских стран. Через какое-то время вот эта волна негодования уляжется, и стороны опять смогут вернуться к переговорному процессу.
Поэтому это такая своеобразная игра ва-банк. Бұл саат қазір олған сонки хабермыз әдепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм дайыма. Атырылы олыны Звеннев бетеки заманы яйынларына сейретмеге ұнытманас көрішкенже.